Селам алейкум, менің адым Лютфия. Мен Элиф Бала Меркезінде оджа оларақ чалышам. Ама бүгін сияси мабуслерінің хаятынен оғырашам бе халқ үчін, оның келеджегі үчін. В 2015 году репрессии стали приобретать системный характер, когда обыски стали проходить практически каждую неделю. Я поняла, что находиться в стороне, создавать какую-то дистанцию внутреннюю от этих событий я не смогу, и что нужно что-то делать. А потом было задержание моего отца в 2017 году. У меня отец тоже человек с такой активной позицией по защите своего народа. В 80-х годах он выезжал в Москву на протестные акции, в Ташкенте выходил на протестные акции. И я росла в такой среде, где каждый вечер мы говорили на политические темы, на темы, которые связаны с будущим крымских татар. И вот в 2017 году он оказался возле дома своего друга, где шел обыск в отношении его сына. Там отец мой был задержан, погружен в автозак, и вместе с несколькими другими крымскими татарами был арестован на 3 дня за то, что вот они пришли и пытались вот помогать, да, человеку и защищать его. И учитывая вот ту роль, которую вообще отец играет в моей жизни, это был очень болезненный момент для меня. И, наверное, в тот момент я поняла, что какая-то преемственность поколений, что ли, происходит. То есть то, что делал отец, теперь нужно делать мне. Вот если смотреть назад на все эти процессы, какое у вас впечатление осталось, показала записку? Меня задержали в моем городе, не предоставив мне повестку. Они посадили в свое транспортное средство. Я находилась одна с 3 посторонними мужчинами, и изначально я даже не знала, куда меня везут. Как себя чувствуете, баба? Как со здоровьем сейчас? Как рука? Вот в тот момент, вот в 2017 году, когда отец оказался в ВВС, я поняла, что теперь буду этим заниматься системно. Опыт, который был у отца, его знания, его понимание вообще протестного движения, мирного, ненасильственного протеста, он очень помогает мне и сегодня, да, и мы с ним часто об этом обсуждаем. И вот сейчас на все обыски, на все судебные процессы мы выезжаем вместе. Я своей позиции, гражданской правозащитной позиции, таким образом озвучиваю свой ответ этим силовикам. Курешем. Ве иншалла эминем бу куреште біз мутлака ғалебе қазанаджамыз.